мы попрощались с Владимиром Сергеевичем. Мы желаем ему успехов на новом поприще, новой работе. Вот. Естественно, новый губернатор, это, наверное, будут определенные новые задачи, которые ставит прежде всего президент Российской Федерации. Мы будем готовы их выполнять. А пожелание у всех одно, чтобы регион процветал, чтобы жизнь его жителей становилась лучше, достойнее. Вот. Естественно, и как отметил сам Алексей Геннадьевич в своем выступлении, важную роль у нас играет оборонно-промышленный комплекс. Нужно, чтобы заводы эти работали, чтобы развивались технологии, естественно, чтобы весь ВПК работал на пользу России. Естественно, для этого нужны кадры. И мы, и, я думаю, и классический университет в определенной степени готовы. Конечно, мы в меньшей степени, но мы готовы ковать кадры для региона и работать на общее дело в одной команде с новым губернатором.